Всем привет! Хочу сейчас снять маленькое-маленькое коротенькое видео. Видео такое, а не обращение. Видеорассказ, наверное. Нас целой недели не было, вернее, целую неделю нас не было на связи ни с кем. Нам пишут, где же вы пропали, куда вы делись. Ребята, Ева, перестань чухаться! Ребята, пропали, да. Неделя была жесткая, прямо такая, ну... Вот так все, каламбурно, самбурно, в общем-то у нас тут событие такое, у нас Кировоград, вернее Кировоград, у нас раньше назывался Кировоград, сейчас называется, как у нас, Крапивницкий город. У нас город маленький, да, если что-то происходит, какое-то событие, то, естественно, это гудит весь город. А плюс событие еще произошло у нас прямо здесь на районе, вот на соседней улице, у нас пропала девочка, 12 лет, весь город ее искал, в общем, тут, конечно, было... В общем, не до позитивного видео было, поэтому, а знаете, я еще вот со своими болячками так все через себя жестко переношу, тоже информация, я же тут у нас и волонтеры прямо вот по улице ходили, тут у нас речка рядом, и, в общем, водолазы ныряли, в общем-то, так, вся неделя, в общем, вот такая вот. Плюс я ездила, мне Николай возил анализы, сдавала по своим там вот этим делам, проблемам. Плюс Николай сейчас у нас к Новому году, все объекты поджимают, все люди хотят уже тоже въехать в свой дом, в свои квартиры. Вот, поэтому он уходит рано, приходит поздно. А бывает и поздно уходит, а потом вообще приходит, ой-ой-ой, как поздно. В общем, тоже... Ну, в общем, то есть эта неделя была жесткая, вообще пока эту девочку искали, пока то, пока сё, то вообще было не до позитивного видео, поэтому, ребятки, извините, вот завтра у нас, что у нас завтра? Завтра у нас, послезавтра Святой Николай. Ну, в общем, Святой Николай, может быть, что-то мы, конечно же, если выедем, что-нибудь скупимся, может, что-нибудь там приготовим вкусненькое, может быть, там застолье какое-то устроим, если, конечно же, будет настроение, опять же таки, может, тогда и снимем что-нибудь. А пока... Все с нами нормально, мы живые, мы здоровые, вот, и все как бы хорошо. Единственное, что не было чего позитивного такого снимать, не было чего позитивного рассказать, и все было не очень в хороших красках и тонах, потому что, конечно, вся история с девчонкой закончилась не очень хорошо, вот, и, то есть, вот не хотелось ничего, так, знаете, даже и на кулинарный канал я ничего не снимала, вообще не хотелось ничего. То есть вечером Николай приходил домой, мы в интернет, и что случилось, и там то, и там все, и там это, в общем, искали разную информацию, в общем, вот такие вот у нас дела, пирожки. Это коротенькое видео засняла, вот, дай бог завтра все будет хорошо, завтра снимем более такое ух видео, и тогда уже будем дальше продолжать, дальше будем вас радовать, дальше будет у нас все хорошо. Единственный классный момент, мы наконец-то купили плитку в ванную, я заставила Китю купить плитку в ванную, и может быть он наконец-то начнет ее класть, потому что в ванной у нас 6 лет или сколько у нас, глина на стенах, это ужасно. И поэтому, если я сегодня его заставлю вечером начать ее класть, то может быть, конечно, я вам что-то покажу. Такая плитка классная. А пока, всем пока-пока.